Стартап, который молодой человек открыл вместе с партнерами, эксперты оценили десятки миллионов долларов. Из всех детей Олега Газманова общественность чаще всего обсуждает Родиона Газманова. Это неудивительно, ведь наследник артиста пошел по его стопам и тоже добился успеха в творческой карьере. Однако помимо у него знаменитого исполнителя есть еще двое детей. Вторая жена Марина подарила знаменитому супругу не только дочку Марианну, но и пасынка Филиппа, которого тот воспитал как собственного. Несмотря на то, что Филипп не является родным сыном певца, он воспитывался им с самого рождения. Вячеслава Мавроди, отца мальчика, и брата создателя МММ Сергея Мавроди посадили еще до того, как ребенок появился на свет. А из роддома Марину и новорожденного Филиппа уже забирал Олег Газманов. Так младенец получил не только известную фамилию, но и любящего отчима. Сейчас исполнитель воспринимает пасынка как родного. В свои 24 года Филипп хорош собой и, как отмечают многие, удивительно похож на отчима. Как и артист, молодой человек отличается атлетическим телосложением и приятными чертами лица. Кроме того, сын Газманова умеет вести себя в общественности. Однако, кое в чем пасынок и отчим все-таки разные. В отличие от родителя, Филипп выбрал для себя нетворческую профессию. Сейчас приемный сын Олега Газманова – успешный предприниматель. Идея для своего дела появилась у Филиппа несколько лет назад. Вместе со своими партнерами и пасынок исполнитель создал успешный стартап в сфере грузоперевозок и придумал приложение, которое упрощает работу дальнобойщиков и владельцев грузов. Сообщается, что не так давно стартап вышел на американский рынок и привлек инвестиции в размере 600 миллионов рублей. Ради своего дела наследник певца даже оставил учебу в престижном вузе в Европе и вернулся в российскую столицу.